Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Grand Survival. Так, ну что, ежедневные награды. Сегодня получил досочку. Шикарная награда. Ну что, досочки мои, по ходу дела, готовы. Заберем. И, наверное, закажу-ка я еще десяточек. Ага. Десяточки вряд ли, одну только смог заказать. Так, дай-ка я быстренько сплаваю здесь. Заберем этот пластик, который плавает. Ну и, соответственно, бревна. И посмотрим, что у нас. Сделать бинты, кстати, 10 штук задания. И поймать рыбу. Слушай, чтобы рыбу-то поймать, нам нужна удочка. Это я вот точно помню. Давай-ка посмотрим-ка. Создать удочку. О! Блин, инвентарь переполнен. У нас еще и картошечка тут запеклась. Замечательно. Так, ну что, я, наверное, морковку выложу сюда. Доски, доски, доски. Доски пускай пока, наверное, остаются. Листочки. Это же арбалет? Да ё-моё. Да, арбалет и... 22-27 урон. 22-27, а... Слушай, ну арбалет даже не хуже самопала. Это мы учтем. Что я хотел дальше? Картошку заберем. Да, прям всю. И теперь создадим удочку. Так, удочка плюс один. Вопрос, как ей пользоваться? Куда ее? Что-то я не понял. Использовать. Может быть, надо к воде подойти? Ну-ка. А, вот она. Вот, она идет отдельно. Во. Мне не надо тут подсекать ничего. Он сам будет ловить ее. Ага, сырая сельдь. Блин, столько всякого хлама проплывает. Я не могу, ребят, просто проигнорировать его. Вы уж извините. Я понимаю, что надо и рыбачить, но в то же время, когда мусора и всякого очень много. Этот ящик я не буду трогать. А сколько нам нужно поймать? А, три рыбки. Эх, сорвалась, говорит. Ну, благо, что здесь нам не нужно никакую наживку ставить. Вот это хорошо. Эх, полено бы вот это захватить бы, а. Так, еще сельдь одну поймали. Ну, понятное дело, что она сырая. Я все-таки эту доску заберу. И пластик этот тоже заберу. Ну что, остается последнюю рыбку нам поймать. Давай мы это сделаем. И бинты, 10 штук. Чтобы бинты нам сделать. Ого, разблокируйте 6 дополнительных ячеек в рюкзаке и полезную собачку компаньона с золотым статусом. Сорвалась, да? Блин. Прикольная собачка. А что для этого нужно? А, 299 рублей, которые, естественно, я положить не смогу. Надо, знаешь, во что сыграть? Давненько мы не были в Dice After. Помнишь такую игру? Конечно, помнишь. Там, кстати, много обновлений уже прошло. Так, я доску эту хочу забрать. Так, задание мы выполнили. Я, наверное, тогда сразу же эту рыбу поставлю на запекание. 3 штуки. Отлично. Так, здесь еще есть место, я, наверное, энергетик этот выложу. Картошечку я ставлю, бинты выложим сюда. Эту фигню сюда поставим. Так, теперь давай посмотреть. Для того, чтобы сделать бинты. Да что ты мне про это спьешь это все?
Нам нужны тряпки. Тряпок, как ты понимаешь, у меня нету. Новостей тоже здесь нету, все глухо. Бутылок тоже нету. Стрелы. Стрелы мне не нужны. Чтобы гарпун починить, сколько там нужно еще? Так, ткацкий станок. Точно, ребята, чтобы сделать ткацкий станок, что нужно для этого? Доски, металл и вот этот вот клин. Клин. Слушай, вот этот рюкзак прикольный, да, наверное, будет. Вот этот вот. Что там, 15 слотов к инвентарю. Но уровень 52, зашибись. Я, наверное, ребята, буду сейчас... Так, что у нас тут? Получить средние прожарки. В хранилище. У нас тут доски. Пластиковый шлем. Ветхий фундамент. Ну что, давай карту смотреть. Смотреть карту и куда-то, куда-то направляться надо. Остров с самолетом... О! С самолетом, ребята. Так, 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 так. Че, поплывем, наверное, сюда? Я инвентарь вроде бы разгрузил, малька. Почему вот эти вот закрыты, а? Ну. И чего? Первая помощь и... Чё он завис, я не могу понять. Давай, причаливай. Что-то завис там. Сейчас тут, конечно, будет много зомби, но у нас, слава богу, с тобой есть копье. У нас есть самопал. Так что никаких проблем, в принципе, не должно быть. Ну, вот совсем другое дело. С копишком-то... Любо-дорого с таким драться. Вот опять, опять вот он начинает дури маяться. Вот опять ему нужно оббежать именно со спины этого зомби. Так, и не забываем, что здесь же будет еще и огненный зомби. Он выйдет как раз, когда мы зайдем туда, вовнутрь. И мне непонятно, почему зомби не обыскиваются. А нет, все нормально. Нам же нужны тряпки, чтобы сделать бинты. Взять все. Зараженный мертвец. Иди сюда. Да куда ты побежал-то, господи? Так, он меня не увидел, да? Получается. Те два зомбика. Льет как из ведра. А я, наверное, здорового зомби огненного из дробаша, наверное, буду валить. Так, а я его взял? Взял. Да, из дробаша пару раз выстрелю ему кранты. Должны быть. Чего я не понял? Игральные карты мы нашли. И сюда. Здесь же, насколько я помню, да, выйдет этот здоровяк. Когда мы подъедем к тому сундуку. Ну, давай фиг с ним. Слушай, мне это копье очень нравится, что оно очень быстро перезаряжается. Ну, ломается, конечно, тоже быстро. Давай обыщем. Тряпки, это все понятно. Так, тут можно еще ананасы. Ананасы для этого нужно... Сейчас же выйдет, да? Вот он выбежал.
Ну давай, иди сюда, пугало огородное. Еще поджег меня. Единственный недостаток, ребята, этого оружия, оно бьет вблизи. Что не очень, как бы, мне нравится. Стерильный бинт. Ну, это все понятно. Так, а теперь я все-таки посмотрю, что он тут. Инвентарь переполнен. Поппит, бинт. То есть мы с тобой не взяли какую-то микросхемку. Так, перекусили, теперь воды надо еще хлебнуть. Поппит. Так. Вот это вот. Куда бы ее взять-то? Вместо бутылки пластиковой. Так, подожди, давай-ка возьми как копьишко. А у нас еще, оказывается, два копья было. Два копья было у меня с собой, оказывается. Станок этот бритвенный, я вот не знаю, нужен ли он мне. Я знаю одно, что мне нужны бинты. Вот это я точно знаю, поэтому давай создавать. Задание выполнил. Посетить хранилище отходов. Что этот попит? Ценится торговцами. Ценится торговцами. Можешь молоток выкинуть пока. Нет, я, если он говорит, что ценится... Где этот торговец? Вот скажи мне. Ага. Тут у нас еще этот чемоданчик есть один. Ну что, ты хочешь сказать, что бинты все уже, что ли? Забрали. Открывай. Смотрим, что здесь. Опять бинты. Ну все, я хильнулся по полной программе. Здесь больше мне делать нечего. Убить 4 любых врагов. Башмаки из бутылок, прикинь. Обыщите ящик или палатку. Консервы получаю. Так, жареное мясо. Добраться до ржавого атолла, срубить 5 деревьев. Вернуться на плот с острова. Тряпки? Или что там у тебя? Ой, зачем? Блин, не то сделал. В общем, посетить хранилище отходов мне нужно. Только непонятно, а хранилище отходов, это где? У нас же открыто, по-моему, да? Стал доступен для посещения. А, так вот, он только сейчас открылся. Но сначала я все-таки пойду и выложу все, что я с собой там набрал. А возможно, даже придется поставить еще одно хранилище. Потому что ты видишь, там все у меня забито. Акула еще там шива, это крутится возле моего плота. И, возможно, даже еще придется немножко подрасширить мне плот. Все, что ли, подрасширил, блин, называется плот. Катастрофическая нехватка древесины. Так, листья, спиннер. Ну, тряпок я понял. А, подожди-ка, там баксы. А баксы-то что, ценятся торговцами тоже.
кожа. Попиты, шмопиты. Ладно, давай. Не инвентарь, а просто создать. Так, два полена надо. Ну что, бревна есть. Создаю, короче. И поставлю его сюда. Еще два полена плывут. Значит, еще один сделаем. Фига, тут почему-то уже надо три полена. А, видимо, у меня были. Все, я понял. Сейчас, прикинь, я левел ап получил. Могу, ребята, лук теперь делать. Сюда, наверное, я поставлю его. Все, ребят. Еще два контейнера у меня есть. И, соответственно, я могу выкладывать. Флешка на 32 гигабайта. Так, удочка нам не нужна. Воду я... Так, тряпки, пластик. Завершить нитки. Так, бинты получил. Ну что? Заберу три рыбы с собой. Что у нас там, кстати, с едой? Все пучком. Отправляюсь я. Или что, подожди-ка. Не хватает древесины. Да, я, наверное, поплыл на остров отходов, который мне нужно посетить. Судя по всему, там, ну, если он называется остров отходов, значит, там должно быть очень много отходов. Всяких. Возможно, ну, там, видишь, какие-то ядерные отходы. Возможно, даже здесь какая-нибудь негативная зона. И, возможно, здесь будут мутанты другие, которых просто копеечком не затыкаешь. Что? Лучше держаться подальше от этого монстра. То есть там показали как... Оу! Серьезно? Минутку, я сейчас закончу. Привет, это ты связался по радио? Спасибо за рыбу. Я ученая, которая прибыла в лабораторию для проведения опытов с новым мутагеном. Мы прибыли на этот остров, чтобы проверить его на крабах, но эксперимент провалился, и теперь крабы стали угрозой для жизни. Скорее всего, это связано с заражениями людей. Нужно найти мутаген, который должен остаться в другой части острова. Вот только после того, как тут все превратились в зомби, туда проход закрыт. Ты можешь найти информацию о том, как туда попасть, в моих записях. Одна часть кода была у моего партнера. Он поехал на лифте наверх изучить обстановку, но так и не вернулся. Лифт сломан, и он мне перестал отвечать. Другой мой коллега пытался переправиться в лабораторию, захватив с собой вторую часть кода, но разбился на своем плоту. А теперь еще и эта акула. Возможно, мутаген попал в воду, и акула мутировала. Так ты не попадешь на разбившийся плот. Давай поймаем ее, заодно смогу ее изучить получше. Держи ключ от калитки. Так, починить гарпун, прочесть дневники Эйлин и зайти в лагерь. Ночью произошло нечто странное и ужасное. Вся группа... Ага, понял я, куда мне нужно плыть. Вся группа обезумела... Так, нужно избавиться от акулы и добраться до плота. Вся группа обезумела, в лагере творился какой-то кошмар. А как я тебе избавлюсь? Извини меня от этой акулы. Потерянные предметы. Да и фиг с ним. На то ключ и дан был нам, чтобы потерять его. Так, мы уже взяли... А, нет... Так, давай-ка мы, наверное, с тобой еще одно копье возьмем. Так, это что у нас? Аккумулятор для лифта требуется.
Блин, а отмычки? У меня отмычек нету, к сожалению. Но я могу, по-моему, сделать прямо сейчас. Аккумулятор для лифта. Ага, тут еще кувалда нужна, да, чтобы... Ура, блин. Что-то, по-моему... И сюда. Так, подожди. Блин, пока я с ними не разберусь. Что-то их дофига здесь, кстати. Зараженных мертвецов. Так, с ними здесь покончено. Смотрим дальше. В палатку я зайти могу. Так, друзья, у меня вылетела игра, и показано, что торговая баржа доступна. Но меня-то не она интересует. Меня интересует хранилище отходов. Блин, ты что, все заново, что ли, придется? Ладно, давай. Не то, что вылетела, она просто зависла. Когда мы в палатку там начали что-то делать, зависла. И что, мне придется все заново задание выполнять? Нет? Нет. Все открыто. Зомби мертвые. Так, ну это уже радует. Так, молоток. Блин, молоток, что ли, создать? Давай, наверное, создам молоток. Ать. Не создам я молоток. А топор я могу сделать? Блин. И топор не могу сделать. Давай тогда порыскаем, что у нас тут вообще есть. О, в холодильнике нифига там еды. Нормально. Так, неужели опять сейчас зависит? Жареная макрель. Ну, в палатках только хавчик. Блин, отмычка. Нужна отмычка. Так, твою дивизию. Там аккумулятор нужен. Так, зомби. Вот в этой палатке или не в этой мы зависли? Не в этой, вот в этой, по-моему. А это что за спуск? Куда? Блин. Требуется топор. Опять отмычка. Найти лебедку. То есть получается, что мне... Ага. Рюкзак трещит по швам. Че, блин, мне возвращаться на плот, чтобы сделать, блин, топор с этой фигней? А это что такое плавает? Ой! А как я должен? Говорит, избавься от акулы. Фига ты видел? Это что там было? Это акула. Ну что, выбор только один, ребята. Брать молоток, топор и бомбить. И торговая баржа у нас тут уже доступна. Поплыли тогда, чё? Блин, без топора, без молотка никуда. То есть с собой ты должен таскать еще ресурсы, помимо всего прочего. А я наоборот освобождаю себе рюкзак, чтобы туда побольше всякого барахла влезло. Так, ну что, давай посмотрим. У нас тут... Так, что выложить? Ну, тряпки, наверное, выложим. Картофель. Нет. Мясо, макрель. Фью. Значит,
Бревна нам нужны, да, и пластик, чтобы сделать топор. Не пластик, а нам понадобится хлам, металлолом. Так, хлам, металлолом у нас где-то вот здесь, например, есть. Что, создаем топор и создаем молот. Шестеренка, кстати, нам пригодится. Она, по-моему, здесь куда-то идет. Ага, вот сюда идет. Так, подожди, а где у меня что, больше металлолома нету, что ли? Вы серьезно? Ну, зашибись, у меня больше металлолома нету. Тогда смотрим. Для того, чтобы создать... древесина. Так, здесь металлолом. Ну, я поплыл тогда рубить лес. А фиг где еще делать? Так там не только этот, рубить лес. А нам надо будет еще где-то хлам. Где вот я хлам ему найду? Пойдем сплаваем на этот... ржавый атолл. Где у нас эта баржа? Вот она. На торговую баржу. Может быть, там что есть? Найти лебедку, блин. Найти аккумулятор от лифта. И записи этой дурочки нужно найти. Говорит, плыви там через акулу. Ага, бешеный. Твою налево, блин. Ё-май, сколько вас тут? Так, а этот стоит, ему... Раньше он боялся и убегал от этих зомби, а теперь стоит просто и пофиг ему на этих зомбарей. Как мы посмотрим, да? И не боится он никого. Тряпки, да, тряпки забираем все, бинты нам нужны. Ну что там у тебя? Привет, друг, взгляни на мой сегодняшний ассортимент. А-а-а, вот что. Вот они какие обмены здесь делают. Усилитель мышц. Фига себе. Время действия 60. Что, 60 секунд или 60 минут? Значит, вот оно что. Неизвестный ящик. Давай купим. Опа, нормально. Вот это хороший, ребята, он ящик. Ага, только один я мог взять. А эпический, чтобы... 26 этих бритвенных станков, 21 колода карт и 25 мобильников. Да. Ну что, теперь я могу... Подожди. А куда вы мне все это на почту, что ли, скидываете? Весь металлолом и все тому подобное. Ну да, хлам здесь у нас. Кстати, у них еще срок годности есть. 6 дней. Поршень двигателя. Так. Теперь... давай-ка глянем. Это все он одел. Создать.
Эти тряпки все заберем. Ну что, я, наверное, поплыл тогда туда, на тот остров, где у нас барышня. Потому что там нужно найти где-то аккумулятор. Это раз. Аккумулятор. И плюс найти лебедку какую-то. Я так понимаю, лебедка может быть находится внизу. Ну, найдем вначале аккумулятор для лифта. Спустимся вниз, и, возможно, внизу будет лебедка. А лебедка нам нужна для чего? Для акулы, наверное, для борьбы с, именно с ней. Такие мои вот предположения пока. В данный момент у нас только топор, да, сделан. Поиск пугала даже делаем. Семена моркови. Так, вот это вот создать. Все, создаем молоток этот. Блин, инвентарь переполнен. Да. Съешь-то вот это вот. Кстати, нам действительно надо было поесть. И попить. Это что такое у нас? А, это семена моркови. Теперь ты можешь создать? Да выкинь ты этот лист тогда, ё-моё. Все, сделали, блин, мы этот молоток. А смысл сейчас мы будем ломать, у нас место-то будет для металлолома. Хлам плюс 5, есть. А топор? И топор есть. Инвентарь, как всегда, переполнен. Да что ж ты будешь делать-то? Ломаем здесь теперь тогда. Там какая-то опасная зона и жидкость. Кислотный краб. Так, а я смогу туда. Блин, я туда, наверное, не смогу пробраться. И что, меня теперь это заражение так будет бомбить? Требуется код. А кода у меня нет. Код, она сказала, нужно собирать. Код нужно собирать. Мне еще отмычки нужны. Там же... Там у нас два ящика. Так, ананас. Дай-ка я гляну, я смогу, например, ну, ананас-то, понятно, я съем. Семечко ананаса. Отмычка мне нужна. Где она, вот. Отмычку я сделал. Так, скоро левел-ап у нас будет. Ну что же, идет взлом. Кола. Сразу мы ее выпили. И, наверное, я создам бинты. Выломаем. Здесь все так чертовы бабушки. Ломай, ломай, ломай. Мотокраб, левел ап.
Ага. Так, что у нас здесь? А вот у нас тут как раз-то и лебедушка. Это выкидываем. Это выкидываем. Так, подожди, а куда я эту-то делал? Рукоятку-то. Не понял. Так, завершить. Что это мы с тобой получили? Непонятное, как это. Лебедка нужна для постройки ловушки на острове хранилища отходов. То есть ты хочешь сказать, что я могу создавать? Нет. Хорошо, я пошел, короче, туда, где там требовалось это. Лебедка. Найти аккумулятор от лифта. Погоди-ка, а установить ли... Я что-то вообще запутался. А куда мы должны... Акулья ловушка. Мне удалось найти лебедку на острове хранилища отходов. Эллен просил установить ее на ворота ловушки. На ворота ловушки? Это сюда? Так, мне показывают стрелочки, куда. Ну, а, вот, сюда. Ага, поставили. Шикарно, лебедка на воротах. Но нет самих ворот. Чтобы удержать эту тварь, нам понадобится прочная конструкция. И я подготовила список материалов, которые потребуются в строительстве. Не посмотришь? А что нужно-то? Требуем ресурсы. Так, соберите все необходимое. Где найти? Ткацкий станок. Кто бы сомневался. У меня только одна веревка есть. Одна веревка и две древесины. Короче, нужно еще три веревки. Окей. Ладно. В общем, короче, следующая, ребята, у нас задача — это построить ткацкий станок. Потому что уже пошли веревки, а веревки, я смотрю, тут вообще найти огромная проблема. Поэтому придется, наверное, их сделать самому. Так, разбить две бочки. Ткацкий станок по-любому нам нужен. И для шмоток он понадобится. Да и вообще. Создать. Что нужно для ткацкого станка? Блин, а где вот я? А где вот этот вот я сделаю? Кузница. Можно добыть, охотясь на животных. Стоп. Улучшить? Опа. Нифига. Улучшили. Можно улучшить. 14 уровень нужен, чтобы это... А, хранилище тоже можно улучшать. Короче, ребята, никто не помнит, где у нас были животные. Помнишь, мы ходили, там кабаны бегали, всякая прочая вот эта вот всякая нежить, тварь, там подобное. Thank you.
Так, бревна я тоже, наверное, выложу пока. Смысл мне с ними бегать? Где-то я помню, что должны быть животные. Кабаны там всякие дикие. Не мутокрабы, а именно кабаны. И если я не ошибаюсь, это... По-моему, это каучуковая ферма. А этот остров недоступен. Точно каучуковая ферма? Тут еще какая-то военная база. Ладно, давай проверим. Сплаваю на каучуковую ферму. То есть, блин, без этого клина я не могу поставить себе, блин, ткацкий станок. Ну ты же издеваешься, согласись. И не надо тратить, блин. Давай вот так вот будем. Вот. Из чего и как я его должен ловить? Точно, лук. А для того, чтобы создать лук? Понятно. Можно об этом забыть. Вот куда ты бежишь-то, дуралей? Ну, я не понимаю. Где этот? Это краб. Может быть, здесь... Что там, Бабирусы? Бабирус, иди сюда. Убегает. Морковь, хлам, это все не то. Вот так краб. Не, я так... Бабирусу эту я не смогу ее поймать. Не, какой там? Вся надежда просто на поиски. Из лука, да, скорее всего, я бы мог бы достать, дотянуться. Ну, краб тут стоит. Ну, что ты тупишь-то? Чего ты его не бьешь-то? Так, там сундук какой-то еще лежит. И наверняка там понадобится ловушка, этот, отмычка, да? Отмычка... Давай-ка вскроем, может, там что полезное найдем. Нет. Монетки. Блин, Бабирус это. Лист пальмы. Все не то, что нужно мне. О, зомби. Палаточка. А почему, интересно, зомби не нападают на животных, а? Ну что в палатке? В палатке только еда в основном лежит. Так, сейчас мы попробуем туда вовнутрь зайти. Что у нас тут? Ничего, а в дом я в этот зайти могу вообще? Могу. Так, там зомбик уже стоит зараженный. Во! Нашел, ребят, костыль. Нашел я этот костыль. Так, вот это выкидываем. Морковку используем. Да
Давай съедим, фиг с ним. Замечательно. А костыль мне нужен для чего? Для ткацкого станка. Ну вот и шикарно. Так, давай-ка еще тут проверим. О, еще и веревка. Блин, вот этот вот набор инструментов, он вообще для чего нам нужен? Что-то чинить же. Так, запеченная картошка, макрель. Ну что же, это уже радует, ребята. Это уже радует, что у нас есть костыль. В принципе, я могу отсюда валить. Костыль, а соответственно это нитки, а соответственно это ткани, это кожа. Потому что это все делается именно на ткацком станке. Ну вот сейчас мы его и сделаем. Ну давай, 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 причаливайся. Ткацкий станок. А потом надо будет сделать нам, конечно же, плавильный станок. Так, доски — это ерунда. Сейчас мы их заберем. Жалко, здесь не подписано, да? А, нам нужны доски, не бревна, а доски. Так, погоди-ка. У меня проблема. У меня проблема. С досками. Ускорить. Ну-ка. Отлично. Построить. Блин, не хотелось бы тут, наверное, здесь поставим. А ну-ка. Так, веревка. Создать. Нам надо было 4 веревки, да? 4 веревки и 2 деревяхи, насколько я помню. Это чтобы лебедку, я имею в виду, сделать. Так, с две веревки. Две веревки. Так, это все выкладываем. Хватает? Так, 5 и 3. Все, по-моему, все хватает. Ну что, я побежал делать эту лебедку, чтобы поймать акулу. Акулу мы поймаем, и потом я смогу уже проплыть. Что, я забыл, нам сюда нужно, да? В ржавый атолл? По-моему, сюда. В ржавый атолл. Акулу поймаем, я смогу туда проплыть к разбитому плоту, получается.
Подожди. По-моему, это не то. Блин, по-моему, это не то, что мне нужно. Не ржавый атолл нам нужен, а что? Хранилище отходов. Так ведь? Ну да. Да, нам нужно хранилище отходов. Ну давай, ты где-то там. Где выбраться-то, ё-моё? Как он долго соображает насчет вот этого причалить. Ага. Так, давай. Две досочки и веревочки. Готово. Выглядит достаточно прочной. Теперь нужно найти приманку. Думаю, пару кусков свежего мяса подойдут как нельзя лучше. Мясо нужно положить в эту клетку. Так, когда акула заплывет в ловушку, я захлопну ворота. Сюда, да, мясо? Установить приманку. Блин. Два куска мяса. Ну где я им возьму еще два куска мяса этих? Здесь на этом острове уже я ни шиша не найду им. Да, если только посмотреть по нашим, как говорится, сусекам. Может быть тут где-нибудь есть. Но тут два. А нужно 4 или 2 нам и нужно. Ага. Готово. Отлично. Теперь я смогу изучать влияние мутагена еще и на акуле. А тебе открыт путь к плоту. Как только найдешь мутаген, принеси его мне. Путь к плоту. Да, вот он, плот. Путь свободен. Искать. Я не могу там ничего, к сожалению, искать. Так ты можешь выбраться-то? Вот. Так, ну что, мы с тобой нашли там X5, ну типа пароль. Чтобы открыть ворота, нужно найти обе части кода. А где еще одна часть? Вторая, точнее. Может быть, у этого чувачка, но я не могу никак. Ага, могу. У него просто пустая бутылка была. Слушай, наверное, нам нужно найти аккумулятор. Оу! Да иди ты в пень! Фух. Так, блин, а где же я аккумулятор-то найду, а? Он, возможно, даже не в этой локации. Так, отмычка, предмет, блин. Так, лук... Люк. Создаем. Блин, инвентарь переполнен. Перекуси. Все, ну, надеемся, что здесь. Хотя, откуда тут аккумулятор? Глупо, да, конечно, было надеяться, что тут будет аккумулятор. Аккумулятор
Он может, блин, починить гарпун, найти аккумулятор. Нужно найти дверь. А почему? Я же задание выполнил, ребят. Написали, задание выполнено. А почему-то... Часть кода, чтобы открыть, нужно найти обе части. Убить механика. Обе части. А у меня только лишь одна. А где же я должен найти вторую часть тогда? Вторую часть, где я должен найти? Вот скажите мне на милость. Так, она говорила, там почитай записки мои, да? Так, в лагере творится какой-то кошмар. Может быть, с ней поговорить надо? Она не хочет со мной разговаривать. Да иди ты, блин, ну лезет, а, прям. Не дают мне ничего здесь сделать. Так, услышав крики из лагеря, мы подошли к калитке и увидели толпу безумцев, несущихся на нас. Тони еле успел запереть калитку. Мы закончили патрульку плота, на котором сегодня уберемся с этого острова. Огромная акула напала на плот, когда мы отходили от острова. Меня отбросило в воду, я очнулся уже на берегу. Тони застрял на останках плота, который врезался в рифы. Акулы патрулируют берег. О боже, ему не выбраться. В лагере пугающая тишина, мне страшно возвращаться туда. Я стала совсем одна, нужно вернуться к исследованиям, чтобы не сойти с ума. Ага. Ха-ха-ха, на месте акула, никуда не делась. Так все-таки, где же мне найти второй-то код? Ёпарасоте, блин. Так, ну здесь только один. Все, ребят, больше тут... Ну, абсолютно ничего нету. Не знаю. Все, ребят, я в каком-то тупике просто. Это медуза почему-то обозначается вот таким вот образом. Это медуза. Жалящие. Найти аккумулятор от лифта. Очень странно, очень странно. То есть пароля нету, аккумулятора нету. Как хочешь, так и разбирайся с этим совсем. Так, грести, дрейфовать, пускай дрейфует. Ну что, друзья мои, на этой ноте я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!